Народная артистка России Нина Дробышева ушла из жизни в 84 года, сообщается в телеграм-канале театра имени Моссовета. Причина смерти артистки не называется. Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра. Ее роли на экране навсегда в золотом фонде кинематографа. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким. О прощании будет сообщено отдельно, указано в сообщении. Коллеги народной артистки России выразили соболезнования ее семье в связи с невосполнимой утратой. Нина Ивановна служила в театре имени Моссовета с 1962 года, ранее выступала на сцене ленинградского ТЮЗа. В профессиональной копилке Дробышевой десятки работ в кино. Зрители могут помнить ее по таким картинам, как «Чистое небо» Григория Чухрая, «Русский лес» Владимира Петрова, «Француз» Андрея Смирнова и многим другим. Актриса также появлялась в детективном сериале «Волк». Масштаб ее таланта невозможно переоценить. Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра. Ее роли на экране навсегда в золотом фонде кинематографа. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким. О прощании будет сообщено отдельно, сообщается в телеграм-канале театра. Уточняется, что Дробышева скончалась минувшей ночью. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.